Ребята, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода, The Game. Так, у нас здесь вот эта табличечка такая появилась, стая динозавров. Это у нас раньше было бегство динозавров, теперь это стая динозавров, и это тут называется новое бегство динозавров уже здесь. Как бы стая динозавров, бегство, если там что-то новое, ну, наверное, зайдем посмотрим, так, да. Ну, а вот этот кайнозойский гибрид... Я когда вот делал первую там серию, вспоминал его, то я-то думал, что это, ну, это, точнее, говорят, что это должен быть гибрид Элосматерии мамонта, то бишь мамонтерий, но, честно говоря, это как-то, да ну как, чё у него здесь от мамонта, вот эти вот роги, да это у кабанов вот такие растут, обычные кабаньи клыки. От мамонта здесь ничего нет. Вообще не понимаю, каким образом туда можно приплести мамонта в этого гибрида. Даже не догадываюсь. О, давайте. Опа! И все, короче, полным-полно. Давайте тогда идем сюда. У нас есть турнир Хвост Булава еще. И есть стая динозавров. Давайте начнем, наверное, с Хвост Булава. Как раз мы вот в прошлое, вчера буквально на дозавра разбирали, да. Вот он очень похож на этого анкилозавра, только если булаву убрать. А вот, собственно говоря, и наш анкилозавр максимального уровня выглядит отвратительно в таком желтом цвете. Так, с битвой титана, кстати, вот тот лайфхак уже не работает, уже убрали вот эти вот штуки всплывающие. Смотрите, водная волна, ух ты, у нас завтра появится... битва динозавров, бегство динозавров только под водой, прикольно, интересно. Посмотрим на это. Так, ну сейчас давайте-ка мы начнем, наверное, вот с этого дела. Так, ограничения читаем. Хвост булава, травоядные X1. То есть нам тут говорят, возьмите-ка кого-нибудь из травоядных К атаковать. Ну, это вообще-то там изи катка, конечно же, задание. Поимка. Ё-моё, у меня сколько народу посбегало. Это же капец. Вот, ну это... Ладно, это сбежало при мне, остальное сбежало без меня, так сказать. Так. Так, а чё тут одного травоядного возьмите? Да, я тут... как бы одним, в принципе, травоядных всех могу вынести. Давайте. Кстати, очень похож, да? Анондагозавра похож на бронированное существо. Ну, на какого-то анкилозавра в миниатюре. Такомайзер у него есть тоже. Гибрид стегозавра и анкилозавра. Так, ну, минус один. Хорошо. 23-й, 25-й, да, последний самый сложный. Ну, самый сильный. 3. Молодец. 2. Готово. Что дальше? Осмелишься ли ты проатаковать? Не осмелился, а вот очень зря. Мог бы, в принципе, даже победить. Ну, в смысле, хотя бы одного. Давай, мой эудиморфодончик. Ух ты, видели, какая у него лапа? Какой обезьян, стопа. Там такой торчащий задний палец в сторону был. Ну, задние ноги нондагозавра. Да. Травоядная X1. Условия, короче, не поменялось. Ну, а давайте-ка возьмем тогда травоядных. Что у нас есть? Кстати, да, вот восстановил стегоцератопса уже. Так. Ну, давайте вот этими ребятами разомнемся. Так, стегич у нас 4 раза мощнее, можно так сказать, да? В 2 раза сильнее удар, практически в 2 раза больше жизни.
Так, ну ты хоть сиди, хоть не сиди, гиганоцефал под своей защите, но твой панцирь рано или поздно треснет. А, да, хорошо, конечно, нам надо бить. Ну-ка, сколько там нужно бить? Нам 2 раза по одному не хватает, пришлось 700, не знаю, 2 вместе может и хватит. Э, 867, да, хватает. Думаю, пробьем. Отлично. Угадал. Идеально. 6. Ну, пробил. Пробил. Так, Дейнахейр. Давайте мы, наверное, подменимся. Подменимся-ка, давай... на монастиготопсика. Да у нас в одном бое 2 гибрида стегозавра, ой, 3 цератопса. Ну, в принципе, и стегозавра тоже, у него что же что-то есть от стегозавра монастиготопса, пластины. И условие осталось все то же. Это хорошо. Ага, и очень интересно, то мы с амфибиями сражались, а теперь нам предлагают сразиться против травоядных. Ну хорошо, синенькие стегоцератопсы. Давайте потанкуем, правда наш танк имеет большую силу удара, чем они. И жизни у нас, как у них 3 вместе взятых. Но все равно нам тоже 3 балла приходится бить. Так, ну чё? Давайте перенесем, потом Кентрича возьмем, а потом и Аламбию. Тень, смотрите, какая. Эх, да, как Мирагея. Выглядит точно так же. Ну что, бычок красноглазый, да? Ну, роги как у быка. Ну, бочоночку. Урхозавр тоже похож на бочечку. Когда лежит... Так, ну и давай наш спринтер Иоламбия. Это у нас тоже гадрозавр. Такой нос, как будто бы там сзади дорисовать горны поручится паразавролог. Отличненько. Давайте нам награду. Легендарный юнозавр, это хорошо. Так, разобрались, ну и помчались вот сюда, стая динозавров, вот только непонятно, какие у нас противники. Ну, они никогда здесь не были там суперсильными. Давайте возьмем Церата, возьмем. Монастиготопса возьмем. Ну и пусть будет метапозавр. 9 противников. Но они обычно слабенькие, не сильнее, чем легендарный 40-й в основном. Так, диплодокатор попрощался с жизнью, остался нундагозавр и апатозавр, да? Да, лучше амфибию пробивать сразу на максимум баллов, а на... А, шунозавр, точно, да. Шуник. А на шунике мы поднакопимся, пожалуй. И сила ударов 100 нас абсолютно не пугает.
Вот надо же было. Ровно 2 угадал, но я так прицеливаюсь. Там Раджик идет 32, он тоже как бы шибко не больно бьет. Но лучше дождаться, ну хотя бы этого. Раз, два, три, раз, два, раз, два, три. Так, осталось 6. Этого пробиваем, и можно подмениться, наверное, уже. Да я его, в принципе, за один удар пробиваю, потому как бы по барабану. Ах, ты ж гаденыш, что такой? Больно будет на 5. Вот так. Готовенький. Так, ну это совсем не больно. Снова 3. Так, ну, немножко перестарался на этот раз, но ничего страшного. Так, 124-й Дилас появился. Так, на 5 из 6 проатаковал. То есть мне нужно на 3. Так, а вот там как раз Эптерыч подскакал. Тропегнатик, да? Ха-ха, на этот раз уже ударил на 4. Здесь любят ставить в защиту троечку. Так, Тропегнат. Какой симпатичный. Да, оригинальный. Ни на кого не похож. Уникальный. Потому что старый. Да? А и все, нам осталась одна терезинка-резинка. Всего лишь 33 уровня. На все 7, молодец, пробил. Я все равно хотел подменяться на процератозавра. Ну, выглядит странно это, Буратино этот. Так, ну и кто там уже? Кто там уже убежал? Птеродауство. Есть один, короче, только... Один только плюс в этой штуке. Можно сделать неплохие скриншоты в конце. Ай, да ладно. Попадал я там, все попадал. Так, он, ну, улетел, короче, но он не максимальный, потому как бы мне все равно. Но о каких-то, о крепких там... Так, черт. Ах ты, ё-моё, 7-й еще был. Ой, сбежал. Ну, сбежал, так сбежал. На этом, ребятки, я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока.